Велештелвилд, срез сновидений, Ч-8Р, 19-й вагон, 9 и 10 места. Мы вечно опаздываем на этот поезд. А расписание, оно за тобой, на табло. Только обернись. Но там все прошлые страхи. Вот и не оборачивайся. Постоим на перроне. Он самодвижущийся. Правда, не присесть, да и скорость не та. Хотя многие просто падают. А почему я не вижу неба? Почему здесь везде сплошь одни ажурные перекрытия? Нет, у меня небо. Но сон-то мой. Но билетов два. Это я заказала. И билеты, и сон. И точно, уже вроде нет эстакад, но наступил сумерек, или сумерки, а эти фонари, они удаляются, чтобы уступить место новым дням, новым фонарям и фонарикам, новым шарикам вечного воплощения в будни, а вырваться, не пытайся, а пробудиться, ну так ты уже как бы проснулся, это же не я тапочки одеваю, это же не я шлепаю по маленькому, за маленьким дай еще 40 минут доспать, как там наш общий перрон, проехали, пока ты бродил туда-сюда, разобрали, куда, зачем, отчего, спи, ясный пень, на сувениры или, она зевает, кому-то в очередной сон, на декорации, зато нам солнце оставили, в зените, полдень, январь, инь-янь, спи, Вань, сплю, билеты у тебя, в 19-й вагон, на 9 и 10 места, угу. Почему ни у кого нет чемоданов? Здесь так не принято, сон, он ведь не материален. А почему он сплошь в туманоидах? Они здесь издревле обитают, с изначалья миров. Нас здесь не сотрет, не распылит на молекулы, атомы, электроны, протоны, нейтроны и позитроны, кварки. Нет, еще бы поспать и обтекать вешний мир, сон протест, сон самоволка, сон отлучка. Да нет, просто сон, он равновесит мир, в который ты выдвигаешься, насколько на сегодня востребован. В 3 часа ночи ты востребован? Нет. Тогда спи, давай спать другим, Швайк, пусть будет ночь. А билеты у тебя, у меня, только я их уже прокомпостировала. Реальность обрывается, начинается мир сперва даже неосознанных, но очень точных в своем, сновидений. Вагоны, перроны, сумерки, дождь, хотя за окнами снега еще во всем этом словно отсутствует фактор времени, сплошные рассусалы. В повседневной жизни так не бывает. Теперь поищем возможные толкования. Поезд, одиночное или групповое путешествие по состояниям и событиям вашей жизни. Это и знак того, что вы сможете достигнуть своей цели. Тогда как пропущенный поезд означает пропущенные возможности, открывшиеся в вашей жизни. Грузовой поезд может указывать на то, что вы несете тяжелую ношу по жизни. Встречать поезд – деловое предложение. Кто-то сходит с поезда – предложение через друга. Быть в поезде – очень важное приглашение. Увидев себя на верхней полке спального вагона, знайте, что скоро вам предстоит поездка с неприятным попутчиком. Подумайте, стоит ли тратить деньги на подобное путешествие. Образ поезда может быть связан с желанием социального успеха и с беспокойством, что этот успех возможен только в случае посторонней помощи. Выход из поезда во сне придает сну положительный смысл. Вы успешно выходите из зависимости. Видеть себя в поезде, который еле-еле тащится вперед, так как под ним нет рельсов, означает, что вас ждут серьезные волнения из-за дела, которое со временем станет источником вашего благосостояния и богатства. Если вы видите во сне товарный поезд, значит, вас ждут перемены к лучшему. Электричка в сновидениях означает желание быстрого разрешения поставленной задачи, тоже имеет толкование и скорый состав. Паровоз, напротив, неспешное продвижение к цели старыми испытанными методами. Вагон поезда предвещает деятельность, которой сейчас заняты вы сами, либо осуществляющиеся вокруг вас. Ехать в вагоне, о состоянии дел возможно узнать по прочим мелким деталям сновидения. Снится крыша поезда, речь идет о покровителях в вашем деле. Ехать на крыше, добивать желанного руками помощников и заступников. Купе, непосредственно поступки, совершаемые по пути к цели, косвенно все же влияющие на результат. Билет на поезд, задумки на будущее. Покупать билет на поезд, определиться с миссией. Видеть не только поезд, но и вокзал, возможно, деловая поездка или встреча с персоной, которая сможет поспособствовать продвижению намеченного мероприятия. Машинист поезда, руководитель либо лидер проекта. Управлять составом самому, вести за собой массы, сумев зажечь в них интерес и желание действовать. Товарный поезд, финансовые и материальные замыслы. Пассажирский состав, мероприятия касательно межличностных отношений. Видеть, как поезд сошел с рельс, обстоятельства не позволят вам двигаться вперед, случится нечто непредвиденное и неприятное. Видеть поезд на рельсах, толкование будет, все идет строго по задуманному плану. Ждать поезд к выжиданию, чтобы реализовать запланированное. Крушение поезд, провал проекта. Опоздать на поезд, упустить шанс. Догонять поезд, желание вернуть свои прежде весьма выгодные позиции. Провожать на поезд, возможно, близким понадобится ваша помощь.